Очарованный странник. Глава 7. Краткое содержание. Ивана отправили к хану Агашимоле. У героя, как и при предыдущем хане, было две жены татарки, две Наташи, от которых также были дети. Однако к своим детям мужчина не испытывал родительских чувств, потому что они были некрещенные. Живя с татарами, мужчина очень сильно скучал по родине. Не по душе была и жесткая татарская конина, и все чаще он вспоминал свою родную деревню. С татарами жизнь совсем иная. Очень тяжело было Ивану без христианской веры. С женами он жил без венчания, а если умрет здесь, знал, что похоронят его без отпеваний. Сильно эта мысль терзала душу Флягина. Он частенько выползал из татарской юрты и возносил молитвы Богу. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.